Очень люблю такие рецепты, когда все просто, быстро, без лишних заморочек. Первым делом нарезаем мелким кубиком индейку и добавляем в нее специи. Я взяла соль, паприку, сушеный чеснок и сушеный укроп. Добавляем 2 столовые ложки майонеза и все хорошенько перемешиваем. Оставляем мариноваться минут на 20. В форму для запекания наливаем немного подсолнечного масла и высыпаем примерно 200 грамм макарон. Сверху выкладываем индейку. Кстати, индейку можете вполне заменить и на курицу. Далее делаем заливку. Нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны и 150 мл нежирных сливок или молока. И немного соли по вкусу. Заливаем полученной смесью макароны и индейку, а сверху выкладываем дольки помидора. Обильно посыпаем сыром, накрываем фольгой и убираем в духовку запекаться при температуре 180 градусов примерно 30-40 минут. За 5 минут до конца можете снять фольгу, чтобы сыр подрумянился. Не забудь подписаться и поставить лайк. Всем приятного аппетита, до новых встреч!